Приветствую, дорогие зрители, на моем канале Людмила Цыганкова. И продолжаем наши разговоры о жизни. Для того, чтобы оживить наши взаимоотношения, мои взаимоотношения со зрителями, с подписчиками канала, я бы хотела пригласить на дискуссию, дискуссия о жизни. Что же такое жизнь? Перед этим я выставила видео на тематичную, моя концепция, что такое жизнь. Но некоторые люди утверждают, что жизнь – это борьба. Давайте подумаем, поговорим, и если кто имеет желание, выставляйте в комментариях свои концепции, с удовольствием продискутируем. Но если с моей точки зрения подходить к вопросу, так ли это жизнь, это борьба, то я не совсем согласна. Для меня кажется, если человек принимает позицию борьбы в жизни, то он будет очень напряжен, он очень будет обеспокоен и в ожидании всегда каких-то неприятностей, всегда ему надо будет бороться, сражаться за что-то, вырывать у кого-то что-то и так далее. А это, к сожалению, только будет черпать энергию с его организма, будут проявляться различные проблемы в виде болезней, и жизнь может быть не очень интересная и не очень комфортная. Как мне кажется, лучше научиться слушать свою душу, научиться отчитывать сигналы Вселенной, видеть течение, энергетическое течение всех процессов Вселенной и стараться, ну как-то ни странно, приспособиться к этим процессам, к этим течениям, влиться в эти течения и плыть по течению. И уже в этих условиях, которые создала жизнь, научиться проявлять покору, терпение, любовь, взаимопонимание. Потому что если мы будем вставать в позицию борца, мы тем самым будем тоже, с другой стороны, вызывать такую же реакцию. Тоже будем иметь на своей дороге борцов, которые будут с нами сражаться. Но, а если мы научимся любви, понимания, покоры, такие будем воспитывать у себя нравственные, духовные качества, человеческие качества, то нам будет очень комфортно и приятно жить в мире. И нашим близким окружению тоже будет хорошо жить вместе с нами. И люди будут не идти к нам, чтобы показывать свои кулаки, а тоже будут приходить к нам с любовью, с пониманием и с открытым сердцем. Приглашаю до дискуссии. Всего хорошего. До свидания.